Так вот, я это верил этому самолету, я отдал очень большую часть, так сказать, своей летно-испытательной работы этому самолету. И в конце концов он меня тоже не подвел, потому что в самый последний момент, когда практически уже отключилось электропитание, все, он выдал самолет, выдал команду на катапультирование. Фактически он спас меня. Для меня это было полной неожиданностью. Я не ожидал, что произойдет катапультирование. Катапультирование произошло через фонарь. Вот. И первые мгновения, когда только что-то слева зашипело, произошел, значит, хлопок мощнейший. Я увидел, что, как фотографии, куски фонаря, и подо мной нос самолета и полоса. Ну а дальше уже по мере, так сказать, как там процесс этот развивался, раскрывался парашют, это все, в общем-то, вроде бы очень скоротечно, но мысли в этот момент работают молниеносно, конечно. Что происходит, что может произойти, это все был какой-то анализ. Анализ, я считаю, что с невероятными скоростями для человека. Первый пассажирский лайнер с электродистанционной системой управления выполнял демонстрационный полет, закончившийся трагедией. Причиной катастрофы сначала посчитали сбой в работе бортового компьютера, но расшифровка записей черного ящика показала, что во время всего полета компьютер был отключен самими пилотами. Пройдя на малой скорости над ВПП, летчик не смог разогнать машину для набора высоты, и лайнер рухнул в лес за аэродромом. 3 члена экипажа погибли. Пилот этого тренировочного самолета не рассчитал маневры и ввел самолет в нисходящую полупетлю на слишком малой высоте. Возможно, хотел поэффектнее произвести посадку, а может, не хватило опыта. Результат – тяжелейшая травма летчика и разбитый самолет. В 1993 году во время показательного полета на авиашоу в английском городе Файрфорде два российских летчика-испытателя, Сергей Тресвятский и Александр Бесчастнов, на мгновение потеряли друг друга из виду и столкнулись в воздухе. Благодаря высочайшей выучке и огромному опыту они мгновенно катапультировались, оба остались живы. Горящие обломки мигов рухнули на окраину летного поля, и происшествие обошлось без жертв. Одной из самых распространенных причин авиакатастроф является незнание летчиком особенностей рельефа местности в зоне предпосадочного маневрирования. Большинство современных лайнеров оснащены автоматической системой предупреждения столкновения в воздухе. Автоматика сама определяет безопасный маршрут расхождения самолета в воздухе, не давая им сближаться до критического расстояния. Эта система часто используется во время длительных ночных полетов. Но при переходе на ручное управление летчик подчас не получает полного объема информации о возможных препятствиях на маршруте. Это уже вина руководителя полетов, обязанного контролировать снижение каждого самолета в зоне своей ответственности. Сложные метеоусловия, такие как снег, дождь и туман, часто являются причиной трагедии, как в случае с этим пассажирским самолетом. ВПП была покрыта тонкой коркой льда, и экипажу не хватило полосы, чтобы остановить машину. Но не только плохая погода осложняет пилотирование. При полете над свежевыпавшим снегом летчик не сумел правильно определить высоту и врезался в пологий скат горы. Ему еще повезло. Спасатели извлекли пострадавшего из обломков и доставили в госпиталь. Летчик вертолета «Эссекс» был обречен после того, как сломался приводной вал рулевого винта, и машина перешла в неуправляемое вращение.